Это что, подсобка? Нет, это ваш кабинет. Надежда только на вас и ваш талант вдохновлять людей. Вот только ее здесь не хватало. Ты лично узнаешь, что в мой ЗАГС полобласти стоит в очереди, чтобы пожениться. Предлагаю пари. Лена, что ты тут забыла в этом городе? Просто хочу доказать, что я хоть чего-то стою в этой жизни. Если хочешь стать счастливой, сделай счастливыми других. А вы почему не танцуете? Не-не-не-не-не, танцы я вещь несовместимая. Я думаю, с такой партнершей вы рок-н-ролл затанцуете. Я все обдумал. Да. Понял, принял, осознал. И выходи за меня. ЗАГС. Премьера в субботу на РТР.